Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отправлен в отставку. Сегодня эту новость прокомментировал городскому телеканалу депутат Государственной Думы Анатолий Гресневиков. Все эти дни он находился на связи с Сергеем Мироновым, а завтра вновь встречается с ним. Гресневиков считает, что все события, связанные с отставкой председателя Совета Федерации, вполне предсказуемы и не влияют на его политический рейтинг. Но он был лидером партии, он остается лидером партии. Значит, если речь идет о том, что он, значит, потерял полномочия в Совете Федерации, ну что, Совет Федерации, вы знаете, такой орган. Сергей Михайлович выступал вообще с идеей, чтобы Совет Федерации избирался, значит, народом Российской Федерации, а не был отстойником для неудачников-политиков. Поэтому для него это, я считаю, никакого, значит, ущерба для партии и для его лично, значит, не несет этот выход. Борьба только начинается. Все самое интересное и самое лучшее для нашего города впереди. Но только обязательно с вашей поддержкой, дорогие петербуржцы, дорогие мои земляки. Так будет. Обязательно победим. Победа будет за нами. Да здравствует справедливая Россия. Ура! Ура! Никакого раскола нет. Есть просто желание отдельных людей, которые пришли в партию, полагая, что это не оппозиционная партия, а в перспективе это, значит, партия, значит, будет поддерживать власть. И поэтому, естественно, некоторые активисты партии просто не желают быть в реально оппозиционной партии. Поэтому посчитали возможным выйти из политической жизни.